На Кубе от фейерверков пострадали более 20 человек. Состояние многих оценивается как тяжелое и очень тяжелое. 22 человека пострадали из-за фейерверка в ходе карнавала в канун Рождества на Кубе, сообщает QBitBit. Отмечается, что состояние многих из пострадавших оценивается как тяжелое и очень тяжелое. В результате происшествия также пострадали 6 детей в возрасте от 11 до 15 лет. Взрыв на заводе фейерверков в Индонезии. 47 жертв. Как сообщал корреспондент Net 19 декабря в Ивано-Франковске во время зажжения новогодней елки 17-летней студентке в лицо попала петарда. По материалам сайта news.com.